Да что ноготь начал отслаиваться. Ну что вы? Артисты больших и малых театров. Я с Украины. Привет, привет, Украине, привет, дорогая. Привет, Гулёна. Че это Гулёна-то? Что по Курску? Все будет хорошо, не ссыте. Знаете, какая сейчас фишка началась у людей, ну, маломальски соображающих, которые в свое время поставили себе виниры или импланты поставили, белоснежные. Знаете, что они сейчас делают? Ну, если вы об этом не слышали, я сейчас вам расскажу. У меня уже знакомых 5 это сделало. Они берут и виниры, снимают и меняют на натуральный цвет. Зубы делают натурального цвета. Потому что сегодня иметь белые вот эти зубы, это считается, ну, моветон. Поэтому, мои золотые, если вдруг кто-то переживал по поводу цвета зубов, не переживайте, наоборот, сейчас все это возвращается обратно. Сейчас как бы люди больше тянутся к натуральному, а не искусственному. По поводу цвета зубов тоже не парьтесь, потому что цвет зубов зависит целиком полностью от цвета вашей кости. Есть люди, у которых кость белоснежная, и ты там хоть гвозди ешь, это ужасно смотрится, зубы унитаз, абсолютно, он за мир. Я за мир, за мир, а что такое? Это Николай Иванович, ты скоро хаваешь в одну харю. Николай Иванович, сейчас подойду я. Нет, не в одну у меня этот сейчас придет, товарищ мой. Товарищ сейчас мой подойдет. Мы буквально 20 минут, и я к тебе бегу. Вы ж позавтракали, блин, а я голодный. Жень, хорошо выглядишь. Был ли ты с сыном на катке? Привет из Ставрополя, недавно отдыхали в Новороссийске. Супер. У тебя идеальные зубы. Ну как идеальные зубы? Но у меня цвет не белый. Видите? Не белый. Но естественно. Но ровно, если вы ровны. Никогда брекеты не носил, ничего такого у меня не было. Женька, какой твой друг приедет забрать тебя? Денис Гнипель приедет, но он приедет завтра. Он уже едет ко мне, уже машину взяли ему, там каршеринг взял, он едет. А здесь приехал вежливые люди. Серега, кто смотрит YouTube? Олдскульщиком. Вежливые люди, Макс Камикадзе. Вот. А где вчерашний фокус? Бля, я тупил, мне надо выпить 50 грамм, я сразу пойму, про что ты спрашиваешь. Если я про тот фокус, о котором ты говоришь, то этот фокус в шляпе фокусника остался. Не понимаю, про что. Фокус, какой фокус? Читай колибристик. А как ты относишься к кунилингусу? Считаю, что это отвратительно. Положительно. Я считаю, что мужчины, которые позволяют себе делать подобного рода действия по отношению к женщине, это ужасно. Это охуительно. Я считаю, что мужчина, который лижет, он не рукопожатный. Похуй, это замечательно. Кузин, ёпта, читай, это я, Эрик, с Самарканда, бля, казино. Здорово, Эрик, ни хрена себе, тысячу лет тебя не видел, не слышал. YouTube CPN у меня только работает. Поэтому, мужики, если вас женщина будет склонять к кунилингусу, просто, вот, просто сразу разрывайте с ней всяческие отношения. Потому что это унизительно для мужчины. Ни в коем случае нельзя позволять себе опускаться ниже пупка вот в этот сладкий, манящий, вкусный, медово-черничный мир. Ох, блин. Привет, привет. Раздвоение личности. Здравствуйте, приятного аппетита. Я еще ничего не ем. Ну, солнцем питаюсь. Сейчас пойду на бассейн к своему другу хорошему, к Николаю Ивановичу, хозяину Красной Поляны. Без шуток, кстати, реально. Приезжайте в Абхазию, Жень. Ой, а вы знаете, сейчас в Абхазии дочка моя. Почему YouTube подключили, кто знает. Ну, нас этот, братец, Карим, нас... гасят в России, скоро и Google уберут. Сократили скорость. VPN скачай, смотри, нормально, все на хорошо. Есть VPN с таким, знаете, с кулаком на черном фоне. Ой, спасибо огромное.
сок яблочный принесли сейчас, я буквально чуть-чуть сока холодненького со льдом. А яблоко-то такое, блядь, как клубника, сорт гигантелла. Из Ирландии яблоки привезли, блядь, ирландские яблоки вот эти, блядь. Брат, вот смотри, как мы с тобой сработали в команде. Но ты быстрее, ты на опережение пошел. Спасибо большое. Загорел. Ой, сегодня тоже. У меня сегодня задача максимум. Сегодня буду лежать вот так вот весь день. Женька, у тебя лысины нет? Не-а. Ни лысины, ни седых волос, ничего такого у меня нет. Хотя я очень тревожно отношусь к определенным ситуациям. То есть я к тому, что, знаете, иногда там седина появляется из-за нервов. Я очень часто нервничаю, но... Я с твоей ногой, тебе можно пить? А я же сок пью яблочный. Это яблочный сок. Со льдом просто принесли. Бля, почему так мало? Полный бокал же приносит. Ой, бля, выветрился, сучонок. Ой, бля. Жень, в Абхазию давай. Аминочка, я бы с удовольствием в Абхазии. Я, кстати, ни разу в Абхазии не был. У меня кто ездит, все говорят, потрясающее место. Потрясающе. А у нас в Абхазии, по-моему, никого нет. Я, знаете, я вас как-нибудь познакомлю со своим очень хорошим другом на Красной Поляне, с Николаем Ивановичем. А это человек, который откроет для вас незабываемый мир, которого вы, может быть, не может быть, а многие даже и не видели. Поэтому, если вдруг вы красивые, перспективные, молодые, и у вас оба глаза видят, call me за вас. За вас, мои дорогие. Нам ирландские яблоки тоже нужны. Ой, даже в Абхазии стоит в Сочи ничего обычного. Не знаю, в Абхазии, ну там же, видите, там озеро, там водопад. Ну, не знаю, я надо съездить. Никогда не запивал яблочный сок кока-колой. Отвратись. Новый Херсон не посещал, еще нет, не посещал, но говорил в своих новостях о нем, что это самый большой музей под открытым небом в мире. Если кто не в курсе, мы открыли Новый Херсон, там порядка, не знаю, там 2 или 3 миллионов вообще объектов древности, которые вот так лежат на земле, вы можете ходить, прикасаться к ним. Самый большой под открытым небом в мире музей. Природа, кому она нахрен нужна? Ой, слушай, моя золотая ботиночка. Вот по твоему нику, мне хочется вот твоим же ником тебе да под зад, понимаешь, ботиночек, блин. Природа всем нужна. Ее создал Господь Бог. Это самый лучший художник. Красота, говорю. Женя, бросай пить. Ты хороший мальчишка был. Еще раз, Светуль, что ты там написал? Слушайте, давайте договоримся так. Вы даете советы своим бедолагам, вот этим мужьям с грязью под ногтями. А я живу так, как я живу. Ой, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Заказал бестроганов. Самая вкусная еда, кстати. Я бестроганов обожаю. Спасибо, ребят. Сука, капуста, блин, квашеная.
Ладно, мои золотые. Все, обнимаю. Давайте. Пришел Серега.